Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что столкнулась с заказной травлей в сети. Подробностями она поделилась в подкасте «Маяковки». Блогер не стал уточнять, кто именно организовал массовую критику в ее адрес. Она лишь отметила, что находилась в этой ситуации 5 лет. По словам Брухуновой, сначала негатив был прооплачен, а потом распространялся по инерции. При этом сейчас супруга Петросяна относится к пережитой ситуации по-философски. Она заявила, что этот период помог ей стать сильнее.